по дороге заметили такую необычную декорацию для сада. По дороге в Переславль располагается музей рождения сказки. Здесь можно увидеть 15 экспонатов из сказок в натуральную величину. Вот мы добрались до места, из-за которого сюда приехали. На территории парка находится одна достопримечательность – синий камень. Вес синего камня около 12 тонн, а синим его называют из-за того, что после дождя цвет его меняется от серого к синему. По неизвестным причинам сейчас камень уходит в землю, а вот 40 лет назад он был на поверхности почти в рост человека. Нам не повезло, было много экскурсий. В общем, увиденное не стоит ваших потраченных денег, поэтому можете даже не тратить свое время на это место. Конечно же, я не уеду из Переславля без сувенира. Мы находимся с вами у подножия Александровой горы. Если верить истории, то одна из версий – это то, что Александр Невский возвел эту гору на том месте, где провел свое детство. Да, вы решаете сами, потому что вот мой брат ехал в Переславль именно из-за этого синего камня, и впечатление он, конечно, не получил. Но само Плещеево озеро, конечно же, заслуживает своего внимания. Погода в этот день не совсем была для городских прогулок, и честно вам скажу, в этом плане Переславль немного меня расстроил, так как очень мало пешеходных зон, а если они есть, то, к сожалению, с огромными лужами и разбитыми дорогами. Так как уже краски осени смыты, то город выглядит очень грустно и уныло. Пока добирались до набережной, успели посмотреть место, где родился Александр Невский. Отдельное внимание заслуживает набережная вдоль реки Трубеж. Очень тихое, уютное и спокойное место. Думаю, для большего впечатления этот город стоит посетить все-таки в теплое время года, может быть, летом или ранней весной. Это однозначно самое тихое и красивое место в этом городе. Нам повезло, мы сегодня застали закат.